В центре внимания – сельхозпредприятия. Комитет госконтроля мониторит сельскохозяйственную отрасль. В последнее время там было выявлено наибольшее количество нарушений. Так, в прошлом году было возбуждено 4 уголовных дела в отношении субъектов хозяйствования Полоцкого и Глубокского районов. Об этом сообщила председатель Полоцкого межрайонного комитета государственного контроля. Это сокрытие падежа молодняка скота. Это прежде всего самый распространенный, наверное, вид нарушений, когда руководство и специалисты сельскохозяйственного предприятия хотят выглядеть как можно более в лучшем свете в отношении поголовья выращиваемого скота и скрывается падеж. Конечно, вина доказывается потом следственными органами. В истекшем периоде 2022 года проведена проверка в отношении субъекта хозяйствования сельскохозяйственного предприятия региона и проведена проверка, она уже закончена, в отношении субъекта хозяйствования по переработке сельскохозяйственной продукции. В обоих случаях выявлен ряд нарушений. Нарушения носят, по сути, системный характер. В отношении первого субъекта хозяйствования сельскохозяйственного предприятия материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Выявлен ряд нарушений, и в том числе нарушение незаконной выплаты премий руководителям организации. Юридическую оценку действиям данного руководителя дадут правоохранительные органы. В отношении молокоперерабатывающего предприятия проведена проверка. Материалы проверки также направлены в правоохранительные органы.